сейчас трудно представить, что все это начиналось 10 лет назад. Начиналось, конечно, с игры. Питанова – это очень серьезная, очень большая игра, как в детстве, всерьез, захватывающая до победного конца. И как в детстве ты получаешь от этого удовольствие. Не получается – расстраиваешься, а получается – ты счастлив. Очень надеюсь, что это относится не только ко мне, но и ко всем участникам этой игры. Пока есть это отношение, пока есть это увлечение, эта игра будет продолжаться. И во Франции, и в Америке он был известным мастером, художником. Проиллюстрировал он более 40 книг. Ни одной из этих книг нет на русском языке. И вот благодаря издательству Питанова, вышла книга Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» с иллюстрациями Александра Алексеева. Как человек, который близко знал этого великого мастера и дружил с ним, был его младшим собратом в изобразительном искусстве, можно поблагодарить, потому что вы сделали громадное дело. Я не говорю о том, что оно святое, возвращение большого русского мастера на родину, но это очень важный момент для всей российской интеллигенции. Потому что действительно вы вернули этого мастера в великолепном издании, и его шедевры легко сегодня могут восприниматься. Это тот уровень, который достоин быть Петербургом. Я просто слушаю, что вы поздравляете издательство Питанова с десятилетием, с юбилеем, поздравляем вас. Теперь каждый год вместе с издательством Питанова мы выпускаем интересную и, главное, достойную нашего великого города к нему. Это на самом деле удивительное издание. Издание уникально тем, что иллюстрации сделаны знаменитым художником Эдуардом Кочергиным, главным художником БДТ имени Комсомолка, художником России.
Кто-то делает умные книги, кто-то делает красивые книги. Мы придумали объединить, делать добрые, умные и красивые книги. Хочется, чтобы и люди в нашем городе были все красивыми, добрыми и умными. Все проекты любимые. Правила меняются во время игры. Кто-то что-то придумывает. И в этом есть нарастающий какой-то интерес. Сначала на нас смотрели с любопытством, сейчас со вниманием. Это очень важно. Начинали мы с того, что мы делали книги для самих себя. Оказалось, что эти книги нравятся не только нам. Этих людей становится все больше и больше. И вот в этом я вижу наше главное, наверное, достижение.